Сегодня первый день выставки Mopic Russia 2020. С вами retail.ru и у нас в гостях Станислав. Станислав, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие у вас впечатления от сегодняшней выставки? И в целом, возможно, вы хотите узнать что-то новое для себя открыть. Расскажите об этом. Хорошо. Всем привет. На самом деле выставки мы принимаем уже четвертый раз подряд в Mopic. И сегодня выставка на самом деле достаточно со знаком сюрприз. То, что очень мало экспонентов, но достаточно много народу. И для нас это очень радует. Да, то есть, несмотря на то, что все меры коронавируса и прочего, посетителей достаточно много. И это очень приятный такой бонус. Наша компания занимается сантехническим оборудованием для торговых центров и ресторанов. И поэтому для нас это очень актуальный сегмент, очень актуальная выставка. Мы, конечно, не знали, чего ждать сегодня и кто придет, сколько народу, но очень приятно удивлены. Спасибо большое за ваш ответ. С вами retail.ru. Оставайтесь с нами.